Джентльмены, боюсь, я вынужден просить вас уйти. Гениальная идея. Грабить магазины в городе под защитой Человека-паука. Лучше будет, если копы меня уже не застанут. После ареста Фиска рынок наркотиков вырос. Пора это исправить. О, такие маленькие, а уже в главаря играют. Прелесть! Это просто Фиск бы не выпустил этих клоунов на улице. Стоп, что это я такое говорю? Я что, соскучился? Вижу голубя. А! За ним! Что у Мартина Ли, помимо этих странных способностей, в духе сами знаете кого, обнаружили тяжелую стадию раздвоения личности. Это вздор. Он просто пытается избежать безжалостного правосудия. Только дурак поверит в россказни, что этот мистер Позитив, с улыбкой помогающий бедным, вдруг может стать мистером Негативом, взрывающим... Секунду. Мистер Негатив. Да это бомба, Джаред! Срочно регистрируй торговую марку! Как я и говорил, народ, злая сторона Мартина Ли, ныне известного всем как мистер Негатив, и стала причиной ужасного теракта в ратуше. А ты не высокий. Можно ссылку? Человек-паук, помещения заполняются. Роза прилетела домой к своим братьям и сестрам. Всегда рад помочь. Ты ведь разбираешься в этих малышах? Теперь уже да. Но, конечно, Сандра знала их лучше. Сандра? О, моя жена. Ну, передай Сандре, у нее чудесные птицы. О, ага. Обязательно, Человек-паук. Еще раз спасибо и, пожалуйста, гляди по сторонам.
Доложите обстановку в Вандербилте. Контроль, по блокпосту на крыше стреляют демоны. Враг моего врага мой. Ну, вообще тоже мой враг, но все равно надо разобраться. Парни, перестаньте, голубей перепугаете! Ты же сел! Ты же сюда! Идите, прячайте! Люблю, когда парни из Соболя так и лучатся благодарностью. Или это их тошнит?